Номер 8 достойное место в этом марафоне занимает Suzy Q. И все варианты, да? Когда мы говорим Suzy Q, все понимают. Suzy Q. Suzy Q. Да? По технике Suzy Q тоже очень много вопросов, но у меня их нет. Я вам сейчас с Лерочкой о них расскажу. Да. Suzy Q. Самый основной базовый шаг Suzy Q. Suzy Q. Пауза. И. Suzy Q плюс. Suzy Q. Suzy, Suzy Q. Cross. Suzy Q. До. Стресс. Синко, сейси. Это базовый шаг. Синко, сейси. Это Suzy Q. Full count. Синко, сейси. Suzy Q. Suzy Q. Suzy Q. До. Стресс. Синко, сейси. Это 8 счетов. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, пять, шесть, семь. Suzy Q. Основной для меня критерий выполнения фигуры Suzy Q — это все-таки как двигаются ваши стопы и ноги. Да? Для тренировки, я сейчас развернусь к вам спиной и покажу, а потом попрошу Леру это сделать. Когда вы опираетесь на стену, то есть вы блокируете свою верхнюю часть, а ногами танцуете Suzy Q. Suzy Q, да? Это дает вам определенное понимание того, что происходит и как мы танцуем Suzy Q. Потому что очень часто это тяжело объяснить, нужно почувствовать. Леночка. Да, вот вы отперлись. Вы упираетесь ладонями в ладонями, да? Блокируете свою грудь для того, чтобы она, корпус не... Я вот с этой стороны. Для того, чтобы корпус не расшатывался. И танцуем Suzy Q. Синко сейси. Suzy Q, Suzy Q, Suzy Q. Вот чтоб не было все. Вот это. Лера правильно делает, да? То есть. Вот сейчас неправильно. Спасибо. То есть, нижняя. У нас ноги танцуют. Твист, 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 твист. Важный момент, чтобы не только та нога, которая впереди твистовала, но и та ножка, которая находится сзади во время фигуры, тоже твистовала. С этим нужно поработать, да? И вы контролируете в то же время свою ось, чтобы не получилось, что впереди, назад, вперед. Нет. Ось. И вы здесь. Да? Очень удобно. Еще одна из распространенных ошибок. Верочка, встань, пожалуйста, с этой стороны. Когда шагаем и танцуем Suzy Q, косолапие не такое происходит. Нет. Практически всегда у вас на выбор. На выбор стопа должна быть. На выворот. И та нога, которая находится сзади, я всегда прошу, чтобы ее было видно. Не вот так вот, а ее было видно. Да, пяточку вот так вот красиво, как Лера показала, на выворот. То есть Suzy Q достойное место и очень важная фигура в этом марафоне.